Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня готовлю рис с грибами и болгарским перцем. Это простое, при этом вкусное, аппетитное, ароматное блюдо. Подойдет и для обеда, и для ужина. Подготовлю овощи. Болгарский перец порежу на небольшие брусочки. Лук разрежу вдоль на 4 части, а затем поперек на тонкие полоски. Морковь порежу полукольцами. В кастрюле, где буду готовить рис, обжариваю морковку с луком на растительном масле в течение примерно 5 минут. Отдельно обжариваю до готовности болгарский перец, а также отдельно обжариваю грибы. У меня это свежемороженные лесные, можно использовать шампиньоны. К обжаренной морковке с луком добавляю рис. Подойдет любой длиннозернистый, у меня это бурый рис. Его я предварительно вымочила в воде в течение 2 часов, теперь добавляю к овощам. Периодически помешивая, готовлю их вместе еще около 5 минут. Затем добавляю 2 стакана воды. На сильном огне довожу до кипения. Добавляю специи для риса. У меня это барбарис, куркума, зира, смесь перцев, а также соль по вкусу. Добавлю 2 головки чеснока промытого. Кожицу я с него удалила. Убавляю огонь до минимума, накрываю крышкой и буду варить в течение примерно 15 минут. Вода выкипела, ложкой делаю отверстие в рисе, добавлю еще немного воды, примерно 100 мл, довожу до кипения, накрываю крышкой и на минимальном огне готовлю до готовности. В конце я добавлю готовые грибы, болгарский перец. Все вместе аккуратно перемешиваю, огонь отключаю. И можно подавать к столу. Такое красивое, аппетитное и вкусное блюдо получается. Оно и легкое, и в то же время питательное. Мне остается вам пожелать приятного аппетита, хорошего здоровья, всего самого доброго и до новых встреч на видео!